Юпитер. Совершенно потрясающим образом 21.02 по Киеву в такую ранее еще, по-моему, Юпитер не снимал. И вижу все четыре спутника. Их видно гораздо лучше, чем когда я снимаю ночью. Хотя сейчас еще на улице светло. Так, справа у нас приближается к краю экрана. Это Европа. Рядом с Юпитером сдвоенные. Это Ио вверху, спутник чуть ниже Ганимед. И слева от Юпитера Каллисто даже я вижу. В кои-то веки. Ты представляешь? Кто бы мог подумать, казалось бы, на темном небе должно быть лучше видно яркие объекты. А вот тебе, пожалуйста. В сумерках. О! Да, справа Европа. Вижу Ио, вижу ниже него Ганимед и слева Каллисто. И все это в 9 часов вечера. Никак не ночью, а в сумерках. Прекрасно. 662 миллиона километров до Юпитера. Есть небольшая облачность, ну и она не помешала нам снять наконец-то Юпитер со всеми четырьмя спутниками. Каллисто увидеть было просто нереально. Вот, пожалуйста, светло как. Вчера было слияние, сближение. Вон такие облака Юпитера и Луны. На 2 градуса угловых они друг друга подходили. Тоже получилось снять. Не как всегда облачность, но получилось. Так, море кризисов, вот оно, море кризисов. Птичка невеличка. Море кризисов сейчас в правом верхнем углу, 400 километров в диаметре. И видно его невооруженным глазом очень даже неплохо. Да, век живи, век учись. Никогда бы не подумал, что в сумерках будет лучше видно Юпитер, чем в ночное время суток. С 16 на 17 у нас частичное лунное затмение. Будем ждать хорошей погоды. Хотя обещают проливные дожди. Так, а вот это слева. Ох, хорошо птичка пролетела. Слева белеющий кратер. Это, я так понимаю, Аристарх. Облачка проходят по Луне. Птички пролетают по Луне. Красиво. Сатурн еще недостаточно высоко поднялся. Ладненько. 21.07 по Киеву. 14 июля 2019 год. Харьков.